Задержана женщина, подозреваемая в избиении беременной работницы национального госпиталя, сообщает ГКНБ. Поступило обращение Ассоциации медсестер о принятии мер в отношении женщины, которая нанесла телесные повреждения медсестре национального госпиталя. Установлено, что 19 февраля медсестра в целях проведения перевязочной процедуры тяжелому пациенту неоднократно просила родственницу пациента покинуть палату, на что последняя начала неадекватно реагировать на замечания и беспричинно избила беременную, в результате чего последняя получила ушиб мягких тканей волосистой части головы и в экстренном порядке госпитализирована с диагнозом угроза прерывания беременности. ГКНБ начал досудебное производство по статье «Хулиганство». Подозреваемая задержана и выдворена в СИЗО ГКНБ. Госкомитет решительно выражает свою позицию по вопросу обеспечения безопасности госслужащих и заявляет о крайней недопустимости проявления рукоприкладства в их адрес. При выявлении аналогичных фактов будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, напомнили в ГКНБ.